Чика, с вами Крукс. Перед просмотром основной части данного видео, хотелось бы сказать, что я играю на проекте Aurora RP. Если захочешь со мной поиграть, то регистрируйся на ник Крукс Рейс и вводи промокод Крукс. Получишь скилл дигла, водительские права, а также при достижении 4 уровня получишь много деньжат. Буду ждать тебя. Приятного просмотра. И первой ошибкой у нас послужит твоя заинтересованность и мотивация в плане стрельбы. Признай, не всем игрокам нравится стреляться, ведь бывают помимо тачерков также, к примеру, и РП-игроки, которым в кайф писать команду «Slash me», а не тыкать клавишу «C». Тебе нужно четко расставить приоритеты, что тебе нужно от этой игры. Если хочешь научиться клево стрелять, то пожалуйста, учись. Только вот тебе придется большинство своего времени проводить на ДМ-серверах. Ну, или на Aurora RP, конечно же. Второй ошибкой будет являться свое нытье и различные отмазки. Особенно распространенной отмазкой будет эта фраза: «Да ты чё? У меня просто 60 FPS! Как по-твоему я должен стрелять?» Ну парень, ты в чем-то прав. В сампе с большим FPS находиться куда играбельнее, нежели с низким. Но просто пойми, что всем все равно, какие у тебя проблемы. Пора тебе показать пару моментов, где люди неплохо нагибают, играя 45 FPS. Ну а также, никогда не отчаивайся в своих силах. Почему кто-то может научиться чему-то, а ты нет? Пойми, что ты не хуже других, и все возможно. Третья ошибка – это твое терпение. Да, все хотят получить все быстро, но со стрельбой такое не прокатит. К примеру, вот хочешь ты научиться быстро и метко плюс цешить, так сразу знай, что этому ты фиг научишься за короткий срок. К нажатию клавиш, например, твои пальцы должны просто привыкнуть. Знаешь, Москва не сразу строилась. Ой, да опять эти цитатки от Крукса. Четвертой ошибкой будет являться твое незнание в такой сфере, как гайды от ютуберов. Я тут посмотрел парочку гайдов от самперов, где они там слайдить учат. Ну, это просто бред. Сами этого делать не умеют и учат кого-то. Тебе нужно найти проверенные источники, где вся информация является верной. К примеру, ты можешь смотреть меня. А чё нет-то? Ну и последней ошибкой послужит подражание кому-либо. Вот посмотрел ты такой мувик гангстера и думаешь: а чем же я хуже? Так же пойду постреляю. Но вот только беда в том, что у тебя не получается так же стрелять. Но почему? Да потому что каждый стреляет по-своему. Не пытайся копировать чей-то стиль, будь собой. И да, даже не проси у кого-то настройки сенсфикса, тебе это не поможет. Вот я вообще играю со включенной инверсией и без сенсфикса. И ничего, не жалуюсь. Вроде самое основное перечислил. А может и нет. Но если тебе понравилось видео такого типа, то можешь поставить лайк. И возможно выйдет новая часть. Всем удачи и до скорых встреч.